теперь все, что ты скажешь, будет записано и отослано известно куда. Вот я то и хотел, чтобы ты его не убила, чтобы мы немножечко оставили для себя. Для себя трохи. Эту песню не замучишь, не убьешь. Трохи для себя. Ну, башня-то хороша. Представляете, у меня был случай в моей практике напротив травматологии, где-то на северо-западе же травматологическая эта клиника, ну, большущая больница там. Скорой помощи, да-да-да-да, скорой помощи. А выше больницы на горе стоят 9-этажные дома. И вот мои студенческие года... Я просто поднялся на лифте наверх, постучался в квартиру к людям и говорю, можно я от вас сфотографирую? Оттуда превосходный вид через долину Миасса, вот на центр города, на все эти 6 домов на улице Ленина, вот это вот все. Меня пустили, я зашел и сфотографировал. Вот сейчас бы попробовал, да? Мне бы сказали бы, а? Не смогли отказать, да? Не смогли отказать, вот это было, ну скажем, 82-3 год, что-нибудь такое вот. Сейчас я что-то глубоко сомневаюсь, чтобы такое прокатить. Вот 20 этажей, 24. Сейчас не попадешь, потому что... И вот эти улицы, какие-нибудь даваторы, они вот туда идут, к железной дороге, я так понимаю. Тут проложили столько новых трасс, да, не говори, что я уже путаюсь, честно говоря. Я уже не найду никогда ничего. Смотри, вон направо, какая машина. Thank you.
центр. Как вот. Нет, движение колоссальное. Ну вот тоже интересно. Остановка гигантская. Тут всегда толпится народ. Почему нету крыши, понимаешь? Я брательнику своему говорю, ты что не распорядишься, блин? Почему крыши нет над остановкой? Куда смотрит Единая Россия? Ну, он говорил, что когда он еще работал в помощниках депутата, приперли. Начинаем говорить, я говорю, социализм в России, потому что до сих пор в районных центрах вот у нас в Каргополе есть отдел культуры в администрации, есть методист, есть там, да, Минкультуры есть. Я говорю, в буржуизме ничего этого нет уже, все. Все дома культуры кончили. Никакого министра культуры там близко нету. Министр туризма, да, вот где башенки текут, там у них министр. Помнишь, как-то мы хаживали в баню-то на этом элеваторе? Да. Тоже какой-то дом красный, красивый построили. И вот красивый красный дом, похожий на дворец. Одной из основных стал этот самый. Магистрали. Магистрали. Улицу труда. Посмотри, какие справа настроили эти здания, торговый центр. Слева вот это, там вон дальше этот самый стадион. А вот здесь вот за ними ледовый центр. Вот там, а где-то вот, на повороте к Северку уже был зоопарк, по-моему. Зоопарк, вот здесь сейчас через вот. 200 метров. Вот это перекресток на зоопарк. Вот. А направо, на северок, дорога, она же повернет направо, да, у нее подальше. Же прямого прохода-то нету? Нету. Она сейчас упирается в большущий, новый, пустили вот месяц назад, торговый центр, родник называется. Thank you.
да. Вот сейчас это братьев Кашириных, да? Улочка вот эта. Да, улочка. Сейчас увидишь эту улочку. Да, проспект. Сейчас ты ее увидишь. Четыре полосы в одну сторону, четыре полосы в другую. Смотри, частнички-то здесь не сносят их нифига. А кто их будет снести? Их могут не снести, а выкупить только. Ну вот я про то и говорю. Это хибары. Покупать вообще дорого. Хибары. Ну вот как такие дома строят? Построят на предмет продажи и все, да? Это на предмет продажи квартир. Ну, конечно. То есть нету еще совершенно... В Германии же 70%, если не 80%, съемное жилье. То есть приезжаешь, снимаешь и все. Примерно минимальная цена 4,50 за квадратный метр, ну и может до червонца. То есть можно 990 метров в квартиру за 1000 евро. Это по десятке. Дорого. Дорого. Но зато это будет там типа студия, там со всякими делами. А вот социальное это жилье по 4 метра, то есть это холодная мита, так называемая. По 4 метра, по 4 евро? По 4 евро за метр, да. Вот, это будет, значит, вот... 400, да, будет за сутки? Да, 400, но ты еще нажжешь электричество, все-все-все, и под 500 выскочит. Ну, это уже относительно нормально. Это терпимо совершенно. Хочу прокатить по нашему этому самому автомобильному району новый. А что значит автомобильный район? Сейчас увидишь. Там все марки автомобилей имеют свои магазины. Все. Toyota, Volkswagen, Hyundai. А москвич? Ford. Москвичей давно нигде никто не продает. Уже. Все. Нет их. В продаже их нет вообще. А Жигули? Жигули продают. Ну, это я знаю, что вот она едет, пожалуйста. Это-то вот все было. Вот здесь конечная троллейбуса, там налево вот свернуть. Вот здесь была вся дорога, вот такая вот отсюда до отсюда. Да? А сейчас да. Смена. Да. Молодцы, что они запроектировали ее ширину сразу большую. Она и до сих пор захотят, они еще 12 полос сделают. Ну, видишь, оттуда сколько еще места. Здорово. Дороги наконец-то стали хорошими в России, вот здесь вот. Ну, в городах, во всяком случае. Да, в городах. Ну, мы с братом ехали через от Петербурга, через Вологду, через Кострому, вот по той северной дороге. Так тоже хорошо. Германия единственная страна в мире, где можно гнать сколько влезет по автобанам. Когда у нас машина новая была, Ольга гоняла 220 километров в час на хюндайке под горку. Ну так, нормально, она едет 180-190 без проблем, а вот под горку 220. Вот это молодогвардейцы, да, перпендикулярно? Да. Все, я помню, я был не пьяный.
начинается, так сказать, этот самый автомобильный центр Челябинска. Видишь, пошли. Вот слева это Техномоторс, правда. Не знаю, какой там. А вот сейчас за перекрестком пойдут вправо, слева автомобильные магазины. Ну, по идее, вот эта улица, она же должна иметь какой-то выход на какое-то окружное шоссе. А сейчас она куда упрется? В плотину? Вот где мы сейчас. Плотина далеко слева. Она почему она растечется направо, налево. Направо, если ехать, то там до проспекта Победы доезжаешь. И в сторону Харлушей поехал уже на сторону на этот самый. На Аргазии, на Сибаркуль, туда. Помнишь, я на Северке снимали мы квартиру с Ольгой? У нас из квартиры были видны уже леса, поля, там же была конечная троллейбуса и все. И горки. Здесь проходят народ-то сюда, вот как сюда. Сюда большой, это? Большой. Же троллейбусов нету. Есть, сюда. Автобусы есть? Ходят сюда. Автобусы, маршрутки, это да. Угу. Троллейбусы тоже ходят. Троллейбусы тоже. В те дни, когда идет хоккей, тут машин, народ. Там вон новые дома достраивают. Да, да, да. А там выезд уже на трассу, которая идет через Харлушей. Проспект Победы. А вот туда дальше выезд из города, все уже. Все уже, да. А это Победы, да? Да, Победы. Вернее, летом ехали, и липы возле дома выросли такие здоровые, что уже все. А 250 лет чуть повыше там должно быть. Нет, она вот идет параллельно. Да, да, да. Следующая параллельная. Параллельная проспекта Победы. Ну, в 96-м году я, когда мы тащились на планере за самолетом, эти дома вот были. У меня есть фотографии, как-нибудь я их оцифрую. Я вообще весь город перелетел со своей гидроплатформой. А снял что-нибудь? Аппаратика, как у тебя, должен быть этот пульт, скорее всего, возможность, наверное, может, и не будет программа.
растет здесь, город растет.